Мама уже вытащила эту штуку. Ну, потому что завтра на работу, а сегодня так тяжело ходить, если я еще буду ходить, завтра на работе вообще не смогу работать. Поэтому сейчас надо поменьше нагрузку дать. Вон Элли снимет, как она радуется. Да. Да, отпустили с поводка, все, она начала бегать. Руки, вот видишь, где запястье, вот я стою, смотри, где запястье стою, где ручка, ну вроде так нормально. Сначала ну вот, было... запястье это вот это, да. Вот оно на сначала это. Было ниже, блин, тяжело было, но все равно хорошая нагрузка вот на эти кисти, очень хорошая нагрузка, поэтому вот туда надо, наверное, чем-то перевязывать, но нагрузка на суставы ног, конечно, намного снизилась, намного снизилась. А нагрузка на запястье очень большая. Элис, иди сюда. Иди сюда. Хорошо гулять. Дорога относительно ровная, большая, длинная, поворачивать не надо. Если еще народу вот так нет, то нужно вообще дойти вот так и гулять, это классно. А расхаживать ноги. Павильон здоровья сняла? Нет, конечно. Нет, мы уже пошли.